Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее, разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за $1, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Поинт, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Ephere. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока.
А вот почему важно иметь несколько рефов одному персонажу, потому что вот видите, там непонятно, что происходит, и нужно додумывать. Вот. Но в то же время можно взять, хотя опять же у меня тут обрезано. Короче, нужно продумывать этот момент. Вот. Ну, я отталкиваюсь от того, что есть здесь. Сейчас продумаю здесь. Как-то так.